Ровно год прошел с того момента, как мы производили съемки на этой тестовой стене. Лупали, ковыряли здесь. Варварствовали. Сейчас мы попробуем вырвать отсюда кусок. Встань где-нибудь сбоку, потому что я буду зверствовать. Серега же сказал, что у нас должно быть такое разрушительное. Пытаемся вырвать это отверткой. В общем-то, не получается. Есть. Так, а здесь у нас даже, смотрите, под этим слоем есть еще слой пены. Еще более старый. А иногда люди говорят, что у пены плохая грязь. А это действительно так. Просто если использовать плохую пену и не пользоваться знаниями. В принципе, оторвать можно. Но нужно немного задолбаться. Хочешь попробовать? Прикольно. Пены, которые были на стене, которые выглядели довольно-таки свеже, сейчас мы можем посмотреть ее степень разрушения. То есть прошел один год, иди поближе, смотри. То есть даже старая пена на солнечной стороне разрушилась, но фактически никак. То есть вот она, пыль только сметается, и все. То есть светостойкость у нее достаточно высокая.